Илон Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Корольова. Но давайте обо всем по порядку. Основатель космической компании SpaceX Илон Маск встретился с Андреем и Павлом Корольовыми, внуком и правнуком украинского инженера и авиаконструктора из Украины Сергея Корольова. Об этом сообщил Андрей Корольов в Facebook. Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей сына благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon, написал он. Также Королёв пожелал Маску и дальше продолжать двигать мир вперед. А на этом все, что думаете, пишите в комментариях, поделитесь этим роликом с друзьями и близкими, поддержите подпиской, поставьте лайк, также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!